Миниатюрный гольф, который также называют мини-гольф или гольф-пут-пут, это крайне увлекательное зрелище. Сегодня Антон собрал всех соседей за общим столом, чтобы продемонстрировать им свои навыки игры. Давайте знакомиться. Начнем с Ани и Анны. Супруга Антона Анна не разделяет любви мужа к гольфу. Ее страсть – это перестановка. Она может заниматься ею бесконечно. Мебели в их квартире для этого предостаточно. Лучшего друга их дочери зовут Дима, а его папу – Паша. Когда Паша надел костюм гориллы, дети пришли в такой восторг, что он его больше не снимает и даже подыгрывает им в прятки. Мне кажется, они в кладовой. Ну что, Антон, готов? Продолжим. Мужчину в халате зовут Артем. Каждый день он принимает солнечные ванны. Если за окном есть солнце, конечно. О, закончилась музыка. Возьмем чуть назад. А это Валерий. Он живет на последнем этаже. Инженер в третьем поколении. Валерий держит патент на 101 изобретение, не расстается с газетой и пьет зеленый чай. Ну и, конечно же, Вершинины. Двое гениальных детей, Филипп и Матвей, и их чудаковатый, но находчивый папа Филипп Вершинин-старший. У них не всегда все идет по плану, но они привыкли импровизировать. Отличная бабочка. И вот мы вернулись к тому, с чего начали. Сейчас все случится. Исполнено. Живые квартиры А101.